хватит загадок, игра. Хватит. Давай финал какой-нибудь уже. Ну, по-братски. Или, может, сюжет. Я не знаю, что-нибудь. Я понимаю, что сейчас еще одна загадка будет по-любому. Не то, не то. Вернее, не, оргазм лучше. Так, 5. Ага. Окей. Зарисуем. Я надеюсь, дверь откроется. И мы войдем. И, короче... Это будет конец главы, потому что, ну, по логике вещей, это основная загадка этого, этой главы. Так, один где? Два. Один. Так, это три. Через одну два. Так, это четыре, правильно? Четыре и... 5. Блять, как сложно будет сейчас. Так, дверь где? Где дверь? Дверь. Ищу тебя. Это один. Правильно? Один. Обе кину. Куда ты крутился? Да ну, слышь. Апуно би. Ну, либо босс на два часа. Не надо. Не хочу. Три. Обе кину. Апуно би. Три. Получилось? Три. Через одну два. Раз. Два. Оби кину. Апун оби. Через... А, следующая. Это какая была? Два. Правильно, два. Следующая четыре. Оби кину. Апун оби. И пять через одну. Правильно? Оби кину. Ты куда полетел-то, блядь? Апун оби. Чего не так сделал? Что я, блядь, не так сделал? Оби кину. Апун оби. Это что такое? Это тройка? Подожди. Тройка. А единица-то где? Где единица? Алло. Обе кину. Апун оби. Единиц? Похоже на единицу. Вроде да. Три. Подожди. Три. Раз, два, три. Вот здесь единица. А, бля. Оби кину. Апун оби.
Обе кину. Обе кину. Апун оби. Так, три. Раз, два, три. Один. Прям напротив. Окей. Через одну пять. Раз, два, пять. Где пять? Не вижу пять. Обе кину. Обе кину. Обе кину. Апун оби. Сиси десоркерер, бляха муха. 9 минут всего лишь потратили на какой-то загад. Что случилось? Так, ну ладно. Луметиал. Что это за звук? Сука, что-то мне не нравится этот звук. Проводка барахлит вообще по полной. Луметиал. Да охуеть. Что происходит? Обе кину. Метатул. Путь к зениту. Все воспоминания о происхождении горнила заката давно потеряны. До такой степени, что мы не знаем, создано оно было смертными или богами. Или же оно существовало всегда. Непонятно, существует ли, кроме известного нам, и другие. Несмотря на эти неопределенности, цель горнил непонятна. Ускорение энергии необходимо для открытия проходов в другие измерения, такие как зенит. При правильном расположении все, что нам нужно сделать, это начинить его огнем для запуска процесса. Как ни странно, на протяжении эпох средства, с помощью которыми наполняли... Чего? Средства, с помощью которых... А, паломники! Достигли горнила... Кажется, изменились. Я говорю не только об изменениях в структуре храма, которые всегда происходили из-за природных или техногенных причин, но и о трудностях, с которыми столкнулись путешественники. В древних свидетельствах храм упоминается как место, где раскрылось здание и где люди подверглись испытанию. Но всегда он упоминался с добротой. Храм, который известен... Да, блядь, вообще добра, блядь, просто всем вообще, вот... Храм, который известен сегодня, безусловно, сохранил свою задачу передачи знаний. Однако то, как у нас учат, может охарактеризовать как более жестокое обучение. В то время как это не парадоксально, при всем своем общем непостоянстве зенит не менялся. Каждый из тех, кто его достиг, описывает его совершенно по-разному. То, что находит посетитель, зависит от его воспоминаний, желаний, опасностей и страхов. С единственной постоянной величиной в пределах зенита является истина. Все, что там найдено, где-то существует, в материальных или нематериальных измерениях. И видится именно так, как есть, ни больше и ни меньше. Зенит не лжет и не выдумывает. Это для того посетителя, который подготовился к тому, что может найти там. Ну, хоть что-то, блядь.
Если мы найдем зенит, надо его поджечь. Окей, привет, индивидуал. Драхуйте. А у нас что, 6 было? Подожди. А, это карта. Опять? Еще одна? Ты что, блядь, издеваешься? Эд Хонорт. А я что-то не знаю, там никто не смотрит ничего. Я его отключил. Тиалда. Агнимунио. Эктолуми. Не. Холодно, но хорошо. Это как? Какой-то хоррор? Нет. Это по-братски свет. Игра про заклинание, которое нужно говорить вслух. На метатул. Ну, походу, выход на втором этаже, я так понимаю. Или нет? Подожди, мы с какой стороны пришли? Ох, блядь, вот с этой стороны пришли. Да, вот с этой. Правильно, здесь стена сломана. То есть дороги есть сюда, и там еще наверху одна дорога есть. Что здесь? Блядь, не смей закрываться. Я еще не все обследовал. Мне кажется, там загадка какая-то. Непонятная, сука, ты че? На метатул. Ебать, чуть не упал. А здесь-то чё? Это один проход? Э? Не понял сейчас. Это магия. Интересно, как вот эти вот кубики выделены. Я тихий. Просто я тоже что-то не особо знаю, что такое пондик. Я понятия не имею. Может, в этом проблема? Раз, два, три. Раз, два, три. Четыре, пять. Раз. Раз, два, три. А раз, раз, два? Спокойной ночи, индивидуала. Понять, они зациклены на звуке? Я...
Бывает. Тут, короче, слышишь звук? Давай, не надо достать, не надо. Тут после некоторых звуков, или перед некоторыми звуками, есть такой звук, как будто стенка открывается, или дверь. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И пять. Так, а вот что имеется в виду дальше? Вот это вот, я понимаю, что колонны, скорее всего, надо поставить, как на шахматной доске, но как, в каком именно расположении? Потому что тут либо так, либо так, либо так, либо так. И где считать? В центре? Или по всей поверхности? Ну, то есть, допустим, обе кину. То есть, допустим, 1, 2. 1, 2. Или так. Короче, клетка 1, линия 2. Окей. 3, 3. Обе кину. Да ну что ты поджигаешь-то его? Говно, лети давай. Обе кинул. 3, 3. Раз, два, три. Третий-то есть. Обе кинул. А вот 3, 5 уже не получится. Три, пять уже не получается. Обе кину. Обе кину. 3, 3. Раз, два, три, раз, два, три. Обе кину. 3, 3. Обе кину. Давай с этой стороны. Обе кину. Обе кину. Обе кину. Понятно. Обе кину. Обе кину. Я зачем так делаю? Понятно, обе кину. Ха-ха.
Зачем я это делаю вообще? Я не понимаю смысл этой загадки. Раз, два, три. И дальше пять. Раз, два, три, четыре, пять. Но с какой, сука, стороны? Вот в чем вопрос. И так ли нужно? Обе кину. Может, наоборот? Обе кину. Вдруг надо вот так. Обе кину. Типа третий ряд. Обе кину. Обе кину. Уйди нахуй. Все, здесь пяти нет. Обе кину. Обе кину. Обе кину. Я реально не вдуплю. Что они имеют в виду? Ну, выглядит так, будто вот с той стороны надо смотреть, потому что смотри. Тут какой-то прям подмосток. Типа, вот отсюда надо смотреть. Обе кину. Типа, давай, два. Один, два. Обе кину. Нет? Четыре на четыре. Ну просто та дальняя часть, она вообще не подсвечивается даже. Так что 3-5, я хуй знаю, стоит ли вообще сюда ставить. Непонятно. Обе кину. Обе кину. Обе кину. Пизду тебя игра. Просто я прям чувствую, что я вот это вот делаю ради нихуя. Я прям, вот у меня предчувствие. Как отсюда выйти? Заебали вы. Обе кину. Ой. На метатул. Так, отсюда пришли. Здесь тупик. Или все-таки зачем-то мы сюда. По-моему, какой-то был проход, не? Сейчас, ладно, разберемся. Если здесь нет никакого прохода, то, блядь, придется загадку решать. Что делать? Нет, прохода, похоже, нет. Нахуй ваши загадки, блядь. Вы и так заебали уже с ними. Серьезно. Кто ничего не понимает? Обе кину. Это не обе кину. Ты мне пиздишь, игра. Намет Атул. Обе кину. А что здесь так как-то странно? Обе кину. Обе кину. Обе кину. Обе кину! Я понимаю тоже только одну вещь. Меня эта игра заебала уже. Обе кину. Обе кину. Да где следит? Где статуя-то? Обе кину. Удах нотем. Удах нотем. Удах нотем. Ты меня сейчас ничего не понимаешь, ты игра, блядь. Обе кину. Обе кину. Да ну что за пиздец? Раз, два, три. Раз, два, три.
3-3. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Первый час этой игры был крут. Дальше все. Обе кину. 1-2. Ряд 1. Строчка 2. Или вот так. Да, вот так. Обе кину. Я сделал на все поле. Обе кину. 3-3. У! Ты что-нибудь понял? Я, блядь, нет. Я испугался. Шах и мат. Дали ачивку. Пиздец. Что это было? Чё все рассыпалось, нахуй? Я испугался. Вы чё, блядь? С ума, что ли, нахуй сошли? Сука, ради текста, да? Ну заебись, блядь, что я тебе ещё могу сказать? Ради текста ведь, да? New Maha, порядок и хаос. Знания всегда были целью, которую преследовал Зенит. А до этого хаос стал порядком, который назывался Махой. При трех посланников, вобрав в себя всю энергию, заложенную в языке с его именем. Но Маха уже не тот, кем он был когда-то. Так на заре времен он разделил лети, свой дух вверх, сука, на справедливость. Вверх, сука, лети, куда-нибудь лети. Можно сука, почитаю? Лети, вниз лети, вверх лети, сука, лети, Кощей. Вверх, вниз лети, везде лети, сука, лети. Я тоже не понял, что случилось. Ну, короче, я как-то решил загадку, видимо. Так на заре времен он разделил свой дух на справедливость, равенство и истину. Это как раз вот три босса, про которых нам говорили. Все, что осталось от его физической массы в центре вселенной. Сам Зенит. А-а-а. О, как, блядь. Спокойной ночи, Егот. Но дух поврежден, а вместе с ним и плоть с материей. Теперь в центре Зенита лежит Нью-Маха. Ее глаза закрыты, порядок превратился в хаос, и ее глаза будут открыты только для тех, кто сможет продемонстрировать знания каждого уголка храма. И Нью-Маха будет смотреть и открывать эту дверь в верхней части зала, чтобы те, кто найдет все фрагменты прошлого, сделает 3, 1, 1, 3, еще раз, че? 3, 1, 1, 3, это что еще? И чё? И всё? Это всё? Всё, что я здесь должен был увидеть? А дальше-то куда? Дальше-то дороги нет никакой. Куда дальше-то? Чё? Что, надо в зал вернуться основной? Я хуй знает. Мы карту вроде больше не находили никакой. На метату. То есть вот это все было ради того, чтобы я почитал. Заебись. На девять. Лумитял. Хуй-то там. Атул Агни. Удах, но тем. Да, проебал 10 минут мозг и получил нихуя. Заслуженное нихуя. Ну и чё, мне назад? А куда я? Ой. А хули мы тут? Чего? Блять, сохранение-то ну! Сохранение-то ну! Кто? Что? Где? Блять, они меня хуй выпустят, да ведь? Предглазист. Был какой-нибудь чекпоинт? Кто-нибудь успел заметить? Писали что-нибудь? Бля, я выйти не смогу. Бля, ну ты чё, серьезно? Ёбаный ты рот. Агни Муньо. Уничтожь портал.
Ты спасешь сердце Зенита от гниения и обретешь то, что потерял. Возьми сумеречный тигель и брось его в портал. Ну, ок. Обе кину. Экто намет. Намет Экто. До свидания, Зенит. Ты совершил волю богов, простым действием обрушил пространство и время. Вероятно, ты мог этого избежать. Вероятно, был выбор. Вероятно, это могло не быть концом. Смотри, сохранение было на контрольной точке. Чё-то я, блядь, недоволен вот этим говном, которое сейчас происходило. Давайте пойдем в портал, посмотрим, что будет. Ну, правила канала, ну, ребят, ну что за спойлеры какие-то? Советы. Фу быть такими. Агни Муньо. Да я просто думаю, что сейчас будет босс, с которым мы будем драться минут 80. Знаю я, блядь, здешних боссов, которые нахуй такие. Летают, блядь, по всей локации. Дверь к ней, к звездам. Открытое достижение. Не надо предположения, я понимаю, что хочется, но не надо. Мне тоже иногда хочется. А, ты не так все делаешь. Делай вот так. О, сисястая, здорово. А ты чё тут? Ага. Где? Тиал Луми. Луми Тиал. Нет? Ну вон. Здорово, мать! Сисястая, привет. Мы к тебе пришли. Иногда, когда жаждешь знаний и откапываешь правду, ты находишь ложь. Здорово. Добрый вечер, как говорится. Когда ты ослушался приказов бога, маленький, глупый, высокомерный, смертный. Твои усилия были напрасны. Я найду другого, и твоя душа будет страдать в великих мучениях. Вечно. Ебать. Она не одна. Что будем делать? Так. Что я хотел сказать? Дорогая, ты слишком подурнела. Была вроде ок, а сейчас что-то вообще не очень. Агни Муньо.
Агни Муньо! Что там мутишь-то, блядь? Есть курить! Так, она стреляет. Муньо намет надо запомнить. Муньо намет! Чё? Агни Муньо! По-моему, это помогает. Агни Муньо! Муньо намет! Атул Экто! Муньо намет! Ибон Экто! Агни Муньо! Муньо намет! Блять, умер. Прикинь, что творит, блять. Охуеть. Агни Муньо! Да блять, ты будешь стрелять? Агни Муньо! Муньо намет! Блять, серьезно? Атул Агни. Блять, почему у меня все заклинания перестали, блять, работать? Я не понимаю вот этой хуйты. Серьезно, я делаю одно, она делает другое. Агни Муньо! Агни Муньо! Муньо намет! Атул Экто! А чё за хуйня-то? Чё оно не отлетает? Да чё с выражением, блядь? Муньо намет! Атул Экто! Агни Муньо! Агни Муньо! Муньо намет! Экто намет! Что, блядь, ты не так? Стул Экто, блядь. Спокойной ночи, Кайли. Спасет спаситель несчастных овечек. Спасибо за фоллоу. Овечки никто нас не пасет. Мы таем, словно свечки. Кто же нас спасет? Спаситель несчастных овечек. Главное сегодня. Ну ты запомни 12 заклинаний, блядь, в бою еще и попробуй их использовать. Так охуенно. Атул Агни. Агни Муньо. Муньо намет. Атул Экто. Почему они в меня-то ударяются? Я вот что не понимаю. Муньо намет. Агни Муньо.
Мунио, на мед. Атул, Экто. Почему в меня-то, блять, они отлетают? Я вот что понять не могу. Агни, Атул, блять, в меня отлетает, сука, почему? Я ж прям вот в нее целюсь, да, алё. Че, надо вплотную, что ли, подходить? Чтоб сработало. Непонятная хуйня. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Муньо, на мед. Атул, Экто. Бабах нахуй. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Муньо, на мед. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Муньо, на мед. Муньо, на мед. Муньо, на мед. Что? Что, блядь? Что? Что? Агни, Муньо. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Муньо, на мед. Атул, Экто. Я не понимаю, серьезно. Что это такое? Что это за знаки? Агни, Муньо. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Муньо, на мед. Атул, Экто. Блять. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Муньо, на мед. Атул, Экто. Короче, вот тут она бьется. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Муньо, на мед. Атул, Экто. Что-то не то. Муньо, на мед. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Муньо, на мед. Муньо, на мед. Муньо, на мед. Ты издеваешься, блядь, надо мной, игра, блядь. Я сейчас тебя реально брошу, блядь. Ты просто бесишь уже, серьезно. Я говорю нормально заклинание. Хули ты от меня хочешь? Агни, Муньо. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Агни, Муньо. Муньо, на мед.
Атул, Экто. Как это работает? Я серьезно. Я нихуя не понимаю ведь. Нет. Нельзя ничего. Агни Муньо. Агни Муньо. Агни Муньо. Агни Муньо. Агни Муньо. Муньо, намет. Атул, Экто. Да ну ты издеваешься, почему в нее не попадает? Почему в тот момент в нее попадало, блядь, сейчас в нее не попадает? Я не понимаю логики, блядь, играю. Муньо, чё там? Агни, Муньо. Муньо, Агни. Агни Муньо. Агни Муньо. Муньо, намет. Атул, Экто. Я серьезно, я не понимаю, блядь. Они все одинаковые. Чё делаете-то? Муньо, намет. Атул, Экто. Атул, Экто. Теперь ты, блядь, не работаешь? Серьезно, блядь? Они все одинаковые. Муньо, намет. Атул, Экто. Это, сука, щит ставит? Что ли, блядь, перед собой? Перед ней точка появляется какая-то. Ну давай. Карусель, блядь. Карусельте. Муньо намет. Атул, Экто. Чего там? Муньо, намет. Атул, Экто. Метатул! На метатул! Ого. Это что-то новенькое. А давай так не будешь делать. Что, в нее этим шаром попасть? Муньо на мет. Атул, Экто. Нравится? Сука. Ну.
Ох, блять, опять. Да? На мне тату. На мне тату. Ахмед и Ифтул. Санек и Ифтул. Ну почти. Намет Атул. Намет Атул. Попал, нет? Я не знаю. Я что-то цикую этого шарика, у меня жизни не так много. Я, в принципе, помню, как ее бить. Но шариком вот этим очень сложно будет попасть. На метату. Бабах. Попал, нет? Блять, я еще и в себя попал. Неплохо. Ну давай. Блять. Серьезно. Намет Атул. Намет Атул. Намет Атул. Попал, нет. Да я в душе не ебу, как в нее так попасть. Это что, скелет тут валяется? Блять, лепелищица бы. Это пиксвер. Намет Атул! Намет Атул! Намет Атул! Намет Атул! Блять, ты серьезно? Ну это было весело. Скупая, блядь. Меня в спину попала. Сфера эта гигантская. Мунио намет. Атул Экто. Блять, сферу зацепил эту сраную. Мунио намет. Атул, Экто. Попал, не понял. Опять начинается эта хуета. Попадаю, не попадаю. Мунио намет. Атул, Экто. Да ну чё ты не попадаешь-то, блядь, в неё? Блядь, бесячая, сука, баба. Здесь, может? В каком-то, блядь, месте в определенном я в неё мог попасть. Несколько раз причем. В каком, не понимаю. Мунио намет. Атул Экто. Да ну не попадает, блядь, опять. Что за пиздец, блядь? Я не понимаю серьезно этой логики, блядь. То попадает, то не попадает, блядь. Определись. Что за глупость? Мунио намет. Атул Экто. Опять мимо. Что за пиздос, блядь?
На мед Атул. Ой, Мунио на мед. Мунио на мед. О, видишь, сюда не пускает. Сюда не пускает, и сюда не пускает. И везде не пускает, блядь. Ну а сука, а стрелять-то мне как, блядь? Из-под угла, что ли, блядь? Я не понимаю. Мунио, на мед. Атул, Экто. Блядь, на туре из-под угла. Я хуй знает. Прямой сейчас не хочет. Ладно. Мунио на мед. Атул, Экто. Да ну что с тобой не так-то, блядь, сука, игра. Бесит уже, серьезно. Босс несложный абсолютно, но, блядь, что это за бред? Мунио на мед. Атул, Экто. Теперь ты решил попасть? Тут символы расставлены, через них пули не пролетают. А где нету символа, пуля летит свободно. Хуёво дело. Мунио на мед. Атул, огни! Взорвалось? Не зацепило? Ладно. Я что-то за... На мед Атул должен был сказать. Сказал, что это вообще совершенно не то. Я, кстати, не проверял. А что будет, если я сделаю... На мед Атул? На мед Атул. Мунио на мед. Все ебанет. Все равно ебануло. Ладно, ясно, понятно. Хоть буду знать, что щит не спасет меня от этой хуйты. Но... Мунио на мед. Атул, Экто. Попал, нет? Не знаю. Что происходит? Мунио на мед. Атул, Экто. Не сработало. Я не понимаю тогда. Бред какой-то. Либо она успевает отбить. Может, надо будет стрелять, когда она сидит. Что-то это душмач. Мунио на мед. Атул, Экто. Нет. Тоже не то, блядь. Чё за бред? Это глупость, блядь. Мунио на мед. Атул, Экто.
Сбоку попадаю. В прямой стреляю, что-то не особо. Вот сбоку норм заходит. Периодически, я не знаю, в чем проблема. Мунио на мет. Ату Лектор. Блять, опять мимо. Ну что такое? Что с тобой, блять, игра? Объясни. Ты нелогичная ни хера вообще, игра. То попадаешь, то не попадаешь. Одно, блять, не меняется, сука, бесишь. Мунио на мет. Атул Экто. На метатул. Убил, что ли? Блять, я уже думал, убил, что-то пропал надолго. Рискнешь своим здоровьем? Давай. На метатул. Так я ж успел. Я ж телепортировался, алё. Вот ты, сука, ладно. Мунио на мет. Атул Экто. Мунио на мет. Атул Экто. Намет Атул. Мне кажется, вот так вот я в нее попадаю. Потому что она что-то надолго исчезает. Давай. Ты там? Ты за мной? На метатул. Явно попал. Она качнулась. Мунио на мет. Атул Экто. Бля, не то. Крыса, блядь.
Мунио на мед. Атул, Экто. Да ну почему нет-то? Там жахаешь-то, блядь. Мунио на мед. Атул, Экто. Я не устал. Так, сфера. Мунио на мед. Атул, Экто. Чё ты? Крысятина. Дохнуть собираешься сегодня? Мунио на мед. Атул, Экто. Блять. Ну, судя по тому, сколько мы дрались, блять, с предыдущим боссом, я думаю... Это та еще живущая, сука. Мунио на мед. Вот ты попалась, суча. Экто на мед. Да в смысле нет? Что это, блядь, за сфера прилетела мне назад? Че, блядь, ебанулась, что ли, совсем? Давай, попадем. Разочек еще. Разочек. Мунио на мед. Атул, Экто. Да ну что нет-то, блядь? Сука, бесишь уже. Мунио на мед. Атул, Экто. Да ну попади, пожалуйста, в нее. Куда ты стреляешь-то все время, блять? Я нихуя не понимаю, серьезно. Нелогично, я ебал. Мунио на мед. Атул, Экто. Ты издеваешься надо мной? Да вот сюда будем стрелять. Мунио на мед. Атул, Экто. Ты чё, блядь, серьезно? Баблюба, блядь. Ты давай уже нахуй дохни. Вообще теперь ни один удар ей не прилетает. Обосраться. Мунио на мед. Атул, Экто. Да ну, блять, серьезно. Я сейчас, блять, специально сделаю, короче, криво, блять, чтоб было. Сейчас смотри, серьезно.
Мунио на мед. Атул, Экто. Правила канала. Если у тебя там все логично. Мунио на мед. Атул Экто. Атул Экто. Блять. Мунио на мед. Атул Экто. 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 Не то, блядь. Ой, пизду. Мунио на мед. Атул Экто. Ох, блять. Намет Атул. Крыса, блядь, сдохла нахуй. Ха! Чучелоид, блядь. Прикинь, попал, блядь. Хоба! Чё происходит? О, хэпэнди, хэпунди. Хэпунди. Что с хэпундием? Чё? Чё это? А? Об обратимости смерти. Слишком много было написано и сказано, считавшись одной из самых возвышенных целей поиска знания и возвращения умерших в жизни. Ты часто использовался, чтобы обмануть недалеких людей с ложными обещаниями, создающими иллюзии того, что избежать смерти проще, чем... Это есть на самом деле. Даже жрецы порядка, чьи знания напрямую унаследованы от божеств,
могут выполнить этот трюк, только используя редкие инструменты, заплатив высокую цену. Ритуал отнимает некоторое количество жизненной энергии, равное жизненной энергии существа, возвращаемого к жизни, и отнимаемого у другого живого существа. Следовательно, для похожих существ нужно пожертвовать одним существом, чтобы возродить другое. Это обмен настолько справедлив и прост, что даже ребенок в состоянии это понять. Если, конечно, не упоминать тех, кто использовал его бессознательно. Кроме того, передача энергии и контакт с нематериальным миром души возможен только благодаря горнилу заката, которая, конечно, доступна не всем. Вопреки некоторым слухам, количество человеческие останки не имеют ничего общего со всем этим, поскольку является лишь оболочкой. Душа умершего обращается к жизни посредством боли человека. Или воли. Понятно, какой тут, блядь, порой. Воля человека, осуществляющего ритуалы создания физического тела, на сегодняшний день является простейшей частью всего процесса. Священники и избранники порядка могут принести себя в жертву на пьедестале монастыря Мекей, единственного известного места, где смерть является обратимой. Каждый шаг ритуала отнимает частичку личности существующего его человека. Вызывает страдания, отчетливо видимые для всех свидетелей ритуала. Первый шаг. Активация пьедестала лучом света. Так начинает забываться связь души и колдуна с горнилом. Второй шаг является зажиганием горнила, создающая связь с душой умершего. Третий шаг является подтверждение своей воли посредством управление руной, которая передает последний кусок необходимой жизненной энергии и завершает ритуал, создавая одну жизнь и убивая другую. Короче, нам нужно что? Эктолуми. Потом Агни Муни. Потом Тиалудах. То же самое. Эктолуми. Агни Муньо. Тиалудах. Тиалудах. Босман, уймись. Блять, куклы какие-то, ебаный рот. Уймись, блядь, Босман. Сейчас забаним тебя нахер навсегда. И будет еще минус человек один. Успокойся, блядь. Я знаю, что минус сап. Окей, все. Чего ради это все было? Говно. На куражах. Хоба. Серьезно, первый час игры интересен был. Остальное было говно полнейшее. Серьезно. Она не сложная, она нудная. И затянутая, что пиздец. Это девушка главного героя, кто не понял. Он ее все это время хотел воскресить. И он это сделал. Я так понимаю, ценой собственной жизни. Все.
Только нахуй это он сделал, я хуй знает. Ну, либо куском своей души пожертвовал роднею. Но нам, как всегда, блядь, ничего до конца не рассказали. Просто она такая появилась и все, блядь. Че, она теперь будет, блядь, огнем летать? Пиздец. Такой-то. Такой-то. Ну, хоть сосцы посмотрели, ну. Это все один человек делал? Ты что, угораешь? Охуеть. Просто. Ты видел, какой список был? Ебануться. Fable 3 следующая игра. Гинмарко? Марко. Точно Силька помогал. Сто пудов. Не, ну я... Визуальная игра выглядит просто огонь. На Unreal Engine третьем такое сделать, это, блядь, еще не каждому дано. Марина, живи, Марина, живи, Марина, ну, бляха. Живи, Марина. Как же он занудил. Жить, Марина. Ну, это круто для одного человека. Как минимум. Ну, не один человек, я имею в виду. Ну, там, он дохуя что-то сделал. Там арт, дизайн локаций. Ну, в смысле, визуальная составляющая, один человек делал. Охереть. Охереть же. Охереть. Просто. Ой, Силька. Ой, ну, беда, короче, не игра. Серьезно. Пройдено. Наконец-то, бляха-муха. Пройдено, наконец-то, боже мой. Я настолько счастлив, что ж пиздос просто. Боже, что я теперь смогу ее удалить и больше в нее не играть. О. Ты думал, что я брошу, да? Думал. У меня была такая мысль бросить. Не потому что сложно. Потому что криво. Прикинь, 4 ошибки. 4 ачивки не нашел. Прикинь. О, бля. Что? Убить 500 существ? Что? Ты, блядь, там белины, что ли, блядь, объелся? Сколько раз я должен эту игру пройти, блядь, чтобы...